Рождество Христово отмечают сегодня православные. По традиции этот светлый праздник с верующими разделяет президент страны Александр Лукашенко. Зажег рождественскую свечу и иконы святого князя Александра Невского в храме-памятнике в честь всех святых. Напомню, он был открыт для прихожан в конце прошлого года, а возведение святыни продолжалось более 20 лет. Храм увековечил память о жертвах, защищавших родину в самые разные времена. У церкви глава государства встретили патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, уполномоченный по делам религии и национальности Леонид Гуляка и мэр Минска Анатолий Сивак. Президент осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма, и возложил цветы к памятнику Алексию II. Также Александр Лукашенко передал в дар храму икону Рождество Христово. Она изготовлена в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре. На иконе изображена пещера города Вифлеема, в центре композиции Богоматерь, у которой на коленях лежит младенец Христос. Подробности праздничного богослужения с участием главы государства в нашем следующем выпуске.